«Стань чемпионом». Аппаратно-программный комплекс с таким названием появился в Ульяновске. Он предназначен для тестирования детей на предрасположенность к определенному виду спорта. Уникальный алгоритм определяет объем легких, давление, силовую выносливость, меткость, концентрацию, ловкость, гибкость различных групп мышц и суставов. В данном исследовании могут принять дети, начиная с 5,5 до 12,5 лет. Обследование абсолютно бесплатное для всех желающих и направлено на выявление талантливых и одаренных в спорте детей. Комплекс «Стань чемпионом» включает в себя более 20 предметов, в том числе и медицинских. Все они компактно умещаются в одном чемодане. Данное обследование включает 4 блока в себя. Это оценку антропометрических параметров, это психофизиологическое исследование, физиологическое исследование, ряд функциональных тестов и исследование физической подготовленности детей. Сын Кристины Деревянко, 9-летний Никита, несколько лет занимается дзюдо. После прохождения теста стало понятно, что у мальчика есть предрасположенность и к другим видам спорта. Мой сын прошел тестирование не так давно. Нам было очень интересно посмотреть, действительно, правильный мы вид спорта выбрали, неправильный вид спорта выбрали. Очень меня удивили результаты, это правда. От горнолыжного спорта до фехтования. Очень большой разброс. Комплекс создан для помощи тренерам при учете индивидуальных особенностей спортсмена. Тестирование позволяет следить за спортивным прогрессом, выявлять сильные и слабые стороны спортсмена и эффективно вести спортивную подготовку. 2 недели назад нам привезли оборудование. Мои ребята прошли тестирование успешно. После этих тестов мы выявили слабые места, сильные места, предрасположенность к каким нагрузкам. То есть много интересного узнали о своих же детях. Оборудование поступило в регион по распоряжению правительства Российской Федерации. Благодаря комплексу Ульяновская область получила возможность быстрее и точнее готовить профессионалов в области физкультуры, а также воспитывать чемпионов. Следующая наша задача, которая связана с этим комплексом, это со следующего года мы будем у себя в училище, в техникуме, значит, открывать образование, то есть получаем лицензию на общее образование и, соответственно, будем вот этих спортивно одаренных детей по взаимодействию с областными федерациями уже на более раннем этапе приглашать к себе. В Ульяновской области это пока единственное подобное оборудование. Вскоре ожидается поставка еще 2 таких комплексов. Желающим определить уровень физической подготовки детей необходимо предварительно записаться. Обследование проводится бесплатно. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Ол Правда ТВ.